the Dark Saber belongs in someone else's hands. Йоу-йоу, походу вы меня потеряли, но я не пропал, я здесь, и я вернулся небольшим таким рюкзачком, где буду, ну, во-первых, вот этот редизайн и небольшой мастер-класс, который вы можете получить, перейдя по ссылочке на Boosty и залетев ко мне в Бустозавры. Там ребят у меня уже поддерживают, мы там общаемся, и, скорее всего, они уже смотрят там этот мастер-класс. Скоро у меня на канале, да, не сказал, будет новые уроки, новые обучающие бесплатные курсы по Unity, Unreal и так далее. Ну, понятно, это долгосрочная перспектива, скорее всего, не знаю, на сколько лет, но ты в курсе уже, что будет тебя ждать на моем канале. И, конечно же, в этом году будет два, скорее всего, уже новых обучения по удаленной работе, да, фрилансу, и работе с Unreal Engine 5 и дополнительно, соответственно, с игровым звуком. Все ссылочки и подробности ты, конечно же, найдешь в описании. Не забудь подписаться. Что тут на самом деле придумать не нужно. Любой проект, когда ты делаешь, ты должен сначала проанализировать, посмотреть, что, как у тебя, какие слои могут нарисоваться, какие звуки записать, и в дальнейшем, соответственно, выстраивать все вот эти слои, вот этот микс, composition, чтобы твой микс более-менее звучал. А на финале уже там все это отполировать, и все, в общем-то. Но если по анализу, у нас здесь все понятно. У нас здесь вначале есть вот этот Maybe the Darkness, вот этот его щит электрический. В дальнейшем у нас идет битва. Битва достаточно акцентная, самое классное, что здесь есть прикольные вот эти импакты металлические, вот их мы попробуем как раз таки записать, чтобы это интересно как-то звучало, и попробую поэкспериментировать со звучанием вот этим, вот этой драки с металлическими доспехами. Фоули мы сделаем по-простому, возьмем из библиотек, а какие-то интересные звучки, может быть, позаписываем еще. Дополнительно. Писать я буду на пьезомикрофон, чтобы было более детально металлический вот этот характер точечный. Плюс попишу металлические ножи какие-то на стерео пару. Буду использовать самую простую по типу байер-динамиков. Да, я не сказал, самое интересное вот выделить вот этот меч, структуру меча. Понятное дело, вся вот эта сайфайщина уже нам известна, как сделать вот этот световой меч. И здесь, в принципе, по классике мы можем позаписывать с помощью EMF-генератора, да, снять какие-то нозовые частоты и попробовать сделать какие-то интересные вот эти замахи. Но в целом, я думаю, я попробую как-то по-другому это сделать и посмотрим, что из этого выйдет. Maybe the Dark Saber belongs in someone else's hand. Maybe the Dark Saber belongs in someone else's hand. Maybe the Dark Saber belongs in someone else's hand. Ребятки-котятки, а что же сделать на финале, когда у нас уже все готово и вроде более-менее звучит? Понятное дело, киношное звучание, оно требует более детальной проработки. То есть в конце, конечно же, я бы посоветовал, просто элементарно даже можно сделать обычный матч-эквализацию за счет анализа нашего оригинала, да? Но перед этим я бы посоветовал, конечно же, сначала проработать все в
ключе порядка, да, то есть все слои отдельно, да, посмотреть, послушать, посводить и уже финально проанализировать наш оригинал и хотя бы немножечко частотно подогнать микс наш. Все, с вами был Антон Бустер. Если интересно и хотите посмотреть целиком, как уже сказал, переходите по ссылочке и покупайте мастер-класс этот по подписке. Но помимо этого мастер-класса вы получите еще мастер-класс. Все, подписка Бустозавра, жду вас там. Пока-пока, до скорых встреч.